Анапчане завоевали награды чемпионата мира по рукопашному бою. В соревнованиях, которые прошли в Орле, участвовали 325 спортсменов из 28 стран, включая анапчан, которые выступили в составе сборной России. Занявшую первое место Марию Софукову и ее тренера Александра Толовского встретили на железнодорожном вокзале и поздравили с победой представители Федерации рукопашного боя Анапы, родные и друзья. Мария боролась против спортсменок из Германии, Беларуси и Африки и в финале достойно одержала победу в категории до 48 килограммов. Также чемпионом в своей весовой категории стал анапчанин Эльдар Вари Эфда. И Алена Морозова заняла почетное второе место. Поздравляем анапчан и их тренера с мощным выступлением. Желаем новых спортивных достижений. А партнер сегодняшнего выпуска – детский развлекательный центр «Акуна Матата».